Здравствуйте! Эфир телеканала «Мир Белогорье» продолжает программа «Будьте здоровы». Сегодня в центре внимания современные косметологические процедуры. Партнер выпуска – Центр красоты и здоровья «Романтика». Уже больше 30 лет единая, преданная, дружная команда высококачественных специалистов «Романтики» заботится о красоте и здоровье жителей Белогорья. Здесь всегда есть выбор между стандартными процедурами и разнообразными новинками, которые, возможно, именно для вас окажутся настоящей находкой. Впрочем, обо всем по порядку. «Романтику» по праву можно назвать пионером в области применения лазерных технологий. Вот поистине революционная процедура – фракционная лазерная шлифовка кожи. Она эффективно устраняет возрастные изменения, борется с морщинами и дряблостью кожи, а также нежелательной пигментацией. А еще эта процедура используется для шлифовки растяжек, рубцов, в том числе и постакне. Индивидуально выставляются параметры под каждого пациента. Процедура отличается от традиционной лазерной шлифовки, при которой происходит тотальное сжигание кожи, а время реабилитации растягивается на долгие месяцы. Фракционный лазер работает иначе. Во время процедуры происходит лазерная обработка по типу сеточки. Между поврежденными участками кожи остается здоровая кожа, благодаря которой происходит регенерация. Микроповреждения стимулируют выработку нового коллагена. Омолаживающий эффект заметен уже после первой процедуры. Кожа лица подтягивается, морщинки разглаживаются. Удаление новообразований мы проводим с помощью ручной манипулы, через которую проходит лазерный луч, его диаметр 0,2 мм. Параметры для удаления новообразований мы выставляем индивидуально в зависимости от размеров и глубины образования. А с помощью этих аппаратов за несколько минут можно избавиться от нежелательных волос. Речь идет о лазерной эпиляции. Оснащение центра позволяет проводить безопасную лазерную эпиляцию в любое время года. Для пациентов со светлой кожей и темными волосами специалисты используют александритовый лазер. Импульс воздействует на меланин. Волосок сжигается, фолликул разрушается. Эпиляция на александритовом лазере является золотым стандартом. Преимуществом александритовой эпиляции является эффект чистой кожи сразу после процедуры. Для пациентов со смуглой и загорелой кожей подходит неодимовый лазер. Лазерный луч избирательно воздействует на сосуды, которые питают фолликул волоса. Его питание нарушается, и через несколько дней он выпадает. Процедура курсовая. Количество курсов от 5 до 8 раз. У каждого пациента индивидуально. А это аппарат для проведения процедуры диодной лазерной эпиляции. Процедура очень комфортная, переносится легко, так как сапфировый наконечник на насадке охлаждает кожу. А мы двигаемся дальше. Уже знакомый нам неодимовый лазер незаменим при устранении сосудов и так называемых сосудистых звездочек. Происходит поглощение лазерной энергии пигментом гемоглобином, пигмент, который содержится в эритроцитах, клетках крови. Благодаря этому происходит запаивание сосудов. Лазер воздействует только на стенки капилляров, не затрагивая и не травмируя окружающую ткань. Эту процедуру можно проводить в любое время года. Все тот же неодимовый лазер позволяет проводить процедуру омоложения кожи. Лазерный импульс прогревает кожу и стимулирует выработку коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Кожа становится более упругой и эластичной. Поры сужаются, мелкие и средние морщины разглаживаются. Безоперационный лифтинг для лица и тела. Этот многофункциональный аппарат воздействует на область дермы и подкожно-жировой слой. На лицо превосходные результаты. Коррекция второго подбородка, снижение веса и уменьшение подкожно-жирового слоя. Антицеллюлитный эффект, лечение растяжек. Лечение рубцов, растяжек, купероз, угревая болезнь, очаговая алопеция или выпадение волос, коррекция второго подбородка, целлюлит, липокоррекция фигуры и веса – все это показания к применению популярного и очень эффективного метода озонотерапии. В его основе лежит подкожное введение медицинского озона.
Он обладает антивирусным и антибактериальным действием, оздоравливает организм. Процедура дает быстрый, а главное, стойкий эффект. В Центре красоты и здоровья «Романтика» предлагают и другие методы безоперационного омоложения. Например, биоревитализация, введение препаратов гиалуроновой кислоты и ее гелей путем множественных инъекций внутрикожно. Гиалуроновая кислота притягивает на себя воду, морщинки разглаживаются. Помимо этого, препараты стимулируют выработку молодого коллагена, а потому после курса процедур кожа становится упругой, морщины исчезают. Контурная пластика – еще одна эффективная процедура в борьбе с возрастными изменениями. Метод заключается в введении препарата на основе гиалуроновой кислоты прямо под морщину, вследствие чего она физически расправляется. Контурные гели используются для коррекции скуловой области, заполнения носогубных морщин, морщин-марионеток, увеличения объема губ. Эффект от процедуры виден сразу же. Происходит выравнивание самой складки, линии становятся более плавные. Еще одна высокоэффективная и популярная процедура в современной косметологии – введение ботокса и диспорта. Она направлена на коррекцию мимических морщин. Эффект от процедуры длится от 4 до 6 месяцев. Эта процедура тоже заслуживает внимания. Плазмолифтинг – безоперационная методика самоомоложения кожи. Она основана на активации внутренних резервов организма. Эффект достигается за счет введения в проблемные места кожи собственной плазмы крови, богатой тромбоцитами. Вследствие этого в организме начинают синтезироваться вещества, отвечающие за молодость кожи, ее упругость и увлажненность. Псориаз, атопический дерматит, экземы, облысение – показания к применению процедуры. В арсенале косметологов «Романтики» есть методика, которая появилась сравнительно недавно, но уже завоевала популярность. Лифтинг мезонитами помогает решить такие проблемы, как мелкие морщинки, восстанавливает контур губ, уплотняет и поднимает овал лица. Нити – это рассеивающийся материал, который действует в коже от 8 месяцев до 1,5 лет. Процедура проста, малотравматична и очень эффективна. Для диагностики состояния кожных покровов волосистой части головы, лица и тела, а также для прицельной диагностики доброкачественных новообразований кожи, специалисты применяют аппарат дерматоскоп. В комплекте к данному прибору также имеется два небольших, но очень полезных прибора. Это прибор для измерения уровня влажности кожи, а также прибор для измерения уровня жирности кожи. Доктор определит тип кожи и даст рекомендации по уходу за ней. Также любимым пациентам здесь рады предложить следующие виды косметологических процедур. Чистки лица на основе израильской косметики премиум-класса Holy Land. Всевозможные химические пилинги различной глубины воздействия. Уходовые процедуры за лицом и телом. Аппаратная косметология. Перманентный макияж, криотерапия, то есть лечение жидким азотом, медицинский пирсинг. Позаботившись о лице, добро пожаловать на сеансы маникюра и педикюра. Здесь вам предложат полный спектр эстетических процедур. Аппаратный, европейский, классический, спа-маникюр и педикюр, а также услуги, связанные с решением сложных проблем, таких как вросший ноготь, лечение трещин, удаление мозолей, чистка и профилактика грибка ногтей. Красота от кончиков ногтей до кончиков волос, стильная стрижка, здоровый блеск, мастерски подобранный цвет – все это непременно украсит ваш облик. Специалисты Центра здоровья и красоты «Романтика» всегда готовы выслушать ваши пожелания. Современный мужчина просто обязан уделять внимание своей внешности и следить за последними модными тенденциями. Так многое зависит именно от того, как он выглядит. Красивая и ухоженная мужская стрижка дополнит и завершит образ. Поддержание волос в идеальном состоянии – обязательное условие женской красоты. Мастера «Романтики» об этом знают, поэтому всегда готовы предложить вам варианты стрижек и окрашивания согласно самым популярным мировым тенденциям. Доверьтесь профессионалам. Для вас стрижки мужские и женские, свадебные и вечерние прически, окрашивание, милирование, колорирование. Словом, весь спектр парикмахерских услуг.
яркий, изысканный макияж – важный нюанс в создании образа. Деловая встреча, вечеринка, свадьба. В зависимости от ситуации и ваших предпочтений, визажисты романтики предложат профессиональный мейкап. На протяжении нескольких лет нам удается не поднимать цены на наши услуги, несмотря на всеобщее подорожание. Это стало возможным благодаря постоянному увеличению числа наших клиентов. Секрет успеха Центра красоты и здоровья «Романтика» прост. Здесь работают профессионалы. Осталось записать адрес. Город Белгород, улица Попова, 100. Телефон 26 16 02. На сегодня это все. Оставайтесь красивыми и здоровыми. Увидимся на Первом областном.